Окружной форум «Будет толк» впервые прошел в Приморье. Цель – это обмен опытом между преподавателями среднего профессионального образования, студенчеством и властью. Мероприятие очень важное, когда люди, встретившись в одном месте, в одной точке, решая задачи самого форума, одновременно общаются между собой, таким образом они и обогащают свой опыт, свои знания за счет такого, знаете, как бы, обмена лучшими практиками. В мероприятии приняли участие представители 11 регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе около 150 заместителей директоров колледжей по воспитательной работе. Эксперты рассказывали о том, как правильно подавать заявки на гранты, работать с молодежными волонтерскими организациями, помогать студентам самоопределением, а также о том, как упростить себе работу с помощью искусственного интеллекта. И вот эти главные задачи, которые мы решаем, позволяют нам поднимать уровень воспитания не только в профессиональной области, но еще и в области того, что это прежде всего интересно самому студенту. Потому что одно из важных открытий, одно из важных самых факторов, которые мы здесь видим в рамках Российского движения детей и молодежи, это то, что студенты делают движение сами для себя. То есть это движение для детей, которое делается силами самих участников. Также форум позволил участникам понять специфику работы молодежных организаций и их возможности для сотрудничества со средним профессиональным образованием. Анна Дьякова, новости на Восьмом.